И в продолжение спортивной темы. В Ханты-Мансийске выбрали югорских силачей. В окружной столице прошли соревнования по стрит-воркауту. Это направление еще называют уличной гимнастикой. Более 30 атлетов со всего региона покоряли турник, шведскую стенку и брусья. Конкуренцию мужчинам составили девушки. Импровизированная битва проходила по двум дисциплинам. Это силовой фристайл и стрит-лифтинг. О том, почему представительницы прекрасного пола выбирают силовые направления и почему мечтают о солнышке. А также секреты успешного выступления опытных спортсменов смотрите в нашем сюжете без комментариев. Слабенько. Мне нравится тяжелый спорт еще с самого детства. Я любила отжиматься просто так. А потом, буквально пару лет назад, увидела, как ребята занимаются, и мне захотелось это очень дико прям. Солнышко хочу. Элемент. Классный такой. Летаешь на турнике, прям вау. В 2011 году была такая идея создать окружные соревнования по стрит-воркауту. Мы не знали, сколько дисциплин сделать, но сделали наобум, и все силы, сколько у людей было, все выжили. Мы с 9 утра до 9 вечера мучили наших спортсменов. Силовой фристайл можно назвать. Вот. Но я говорю, там его тоже можно подразделить на динамический и на статический. Либо кто комбинирует, то есть и статику, и динамику делает. А как сложнее? Динамика легче, но якобы зрелищнее. Вот. Статика намного сложнее, но как бы она многих не воодушевляет. На самом деле судить не так просто, потому что все элементы нужно оценивать именно по качеству. Качество элементов определять очень тяжело, потому что они, парни могут выполнять их настолько профессионально, что не отличить от элементов гимнастики спортивной. Предупреждаем, что те, кто музыку не сбрасывали, мы включаем в любом порядке на свой вкус. Нормально играет. Можно это. Когда слушаешь музыку, наоборот, такой порыв происходит, ты прям отдаешься ей всецело, и как-то само по себе даже иногда получается. Иногда даже ты не чувствуешь, что ты устал. В 80-х годах я начинал. Тогда такого не было движения, поэтому я готов поддержать молодежь, несмотря на свой возраст. 47 лет в этом году, поэтому я рад участвовать вместе с молодежью за здоровый образ жизни.